Аким Жалагашского района Кайратбек Сарсимбаев вместе с ветеранами принял участие в выходные соревнованиях по спортивной рыбалке. По правилам соревнования рыбу ловят строго только на удочку. Рыболову предоставляется 2 часа. Победитель тот, кто за это время наловит больше рыбы. Есть также отдельные номинации за самую большую или маленькую рыбу и так далее. К примеру, опытный любитель рыбалки Темир Шаукелов удостоился специального приза акима района за самую первую рыбу. А Балтабай Жаханов из Аккома за самую большую рыбу. Он поймал на крючок 2-килограммовую щуку. В детстве ловили рыбку. Хорошее занятие. Отдыхаешь и душой, и телом. 5-6 лет уже на пенсии. С удовольствием принимаю участие в этом турнире. Поймал самую большую рыбу. Еле вытащил ее на берег. Очень доволен. Клев был отличный. В общей сложности участники наловили свыше 50 килограммов рыбы. Хватило и на уху после турнира, и домочадцев в гостей. Любимая всеми ветеранами спортивная рыбалка проводится в районе 5-й год подряд. Год от года растет число участников. В 5-м турнире соревновались уже свыше 50 любителей рыбалки. В целом, ветераны известны своим вкладом в развитие экономики района, и они продолжают оставаться примером для молодежи. Вы также подаете пример и в пропаганде здорового образа жизни.